В США воздушный шар с пассажирами врезался в радиовышку. Инцидент произошел на популярном международном фестивале в Альбукерке. В небо поднялись сразу 100 летательных аппаратов, но удачно приземлились лишь 97. Два воздушных шара совершили аварийную посадку, и их полет завершился без последствий. А вот третий во время снижения зацепил стоящую рядом с авиадромом радиовышку. Сооружение мгновенно рухнуло возле частных домов. Их жители сразу эвакуировали. При крушении никто не пострадал. Делались испугом и трое пассажиров этого воздушного шара. Серьезные потери из-за ЧП понесла разве что местная радиостанция, которая принадлежала вышке. Ее вещание было прервано и, скорее всего, возобновится теперь только после ремонта. Фестиваль воздушных шаров является одним из самых популярных в этом регионе и каждую осень привлекает сотни тысяч посетителей. Последнее столкновение напоминает аналогичный инцидент, который произошел ровно 20 лет назад. Тогда воздушный шар, напоминающий морду медведя Смоки, зацепился за ту же радиовышку.